Привет, меня зовут Эль. И это мой канал о радости жизни, экспериментах, личностном росте и осознанности, жизни по воле сердца, путешествии как способе развития и расширения восприятия мира и себя. Основное место моего жительства – это Москва, но я не люблю долго сидеть на месте. На канале вы найдете путешествия, влоги, эксперименты, а также плейлист про дислексию и психологию жизни. Я художник-иллюстратор, комиксист и прекрасная женщина. Кстати, не замужем и замуж не стремлюсь. Рассказываю, как получать удовольствие от жизни, живя вне системных шаблонов и стереотипов. Также мой канал – это эксперимент, и он наполнен потоком творческой энергии и позитива. Здесь и уютные влоги, наполненные теплом и смехом. Эксперименты с выживанием. Как выжить 2 недели на 1000 рублей? Вот вы не пробовали, а я попробовала. А также, как путешествовать с минимальным бюджетом. Например, можно посмотреть сериал «Как мы поехали в Крым и почти без денег прожили там 4 месяца». Затрагиваю психологию и обсуждаю волнующие жизненные темы. Делюсь своим опытом прохождения через разные сложные ситуации. Я дислексик, и одна из моих миссий канала – рассказать про дислексию как можно большему количеству людей, чтобы знали о другом мышлении, принимали и корректировали обучение. Рассказываю, что такое дислексия и как научиться принимать свою особенность и даже гордиться ею. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и будет еще очень много всего интересного. Я жду вас в своих зрителях. От сердца к сердцу.